Был подарок этой книги, и от нашего культурного центра, я часто там представляю, и подарок сборники. Первое, это к очередному юбилею, прошлому юбилею города Барнаула был выпущен такой большой сборник, фотоальбом о городе Барнауле. Я бы сказал, что здесь основные места, достопримечательности. И можно хорошо провести время. Да, да. Тут, правда, почему-то здесь несправедливость. Здесь нету нашего культурного центра как достопримечательности города. Ну, просто потому, что тогда у нас он еще не был отреставрирован. И, по-моему, даже еще не был предоставлен. Знаменитые наши буквы. Старый город. Вот. Всегда рады видеть. После такого более тесного знакомства и общения, если бы я был вообще вживую для библиотеки. И это вообще буквально штучный экземпляр, да, их всего 100 экземпляров выпускается, раздается в основном на культурные центры нашего города. Вот, нам повезло, на таких экземпляров было несколько, и мы решили, что один из сборников, и сезон, мы сейчас договорились с издателями, что если у нас будет грант, и мы сможем сами доиздавать тиражи, и тем самым тиражировать массы о нашей регионе. Да. Здесь есть материалы про нас, но это еще более ранние стадии, следующих сборников. Есть материал уже наших авторов, а в самом последнем еще и маэстро.